Вот и у нас якутская кровяная колбаса. Сварили ее, готово. Сварили ее в кастрюле с водой. Прокипятили до полной готовности. Это примерно минут 30. Способом узнавания, что кровяная якутская колбаса готова, является протыкание ее. Вот когда протыкаем ее, если не вытекает жидкость, то значит она считается готовой к потреблению. Сейчас ее разрезаем и ложим, и можно кушать. Так, разрезаем на кусочки, еще кусочки. Еще кусочки и кушаем. 4 кусочка разрезала, 3, еще одну, и можно кушать. Берем его